Вплоть до 17 августа в связи с проведением международных армейских игр осуществляются бесплатные перевозки участников и гостей проекта. Жители Москвы и Подмосковья могут доехать до парка «Патриот» на комфортабельных автобусах «Мострансавто». Всего задействовано 243 машины, которые курсируют в режиме шаттлов по 7 специальным маршрутам. По прогнозам специалистов, бесплатными маршрутами успеют воспользоваться более 27 тысяч человек.